Решение стать фермерами далось нелегко нашей семье. Слишком большие риски несет труд на земле. Но сейчас я понимаю, что выбор сделан верно. Хозяйство наше развивается. Сейчас работает один птичник, но мы строим уже другой. Как раз на деньги, полученные от республики в виде гранта на развитие. Наша продукция пользуется спросом. Мы отправляем ее на хлебозаводы, на кондитерские фабрики республики. Мы строим наше дело надолго и, надеемся, передадим его детям.